Всем привет! Сегодня в работе был автомобиль Ford Kuga 2. Камера, как видите, штатная. И сверху маленькая-маленькая форсунка. Это омыватель на штатной камере. Работает он от заднего омывателя стекла. Включаем омыватель заднего стекла, включается дворник. И сразу же идет напор на камеру. Давайте покажем, как это изнутри. Так, сели в автомобиль. Магнитола штатная. Напоминаю, Kuga. Включаем заднюю передачу. Включается штатная камера заднего вида. Вот подгрузились линии. И делаем дворник от себя, чтобы включить омыватель заднего стекла. То есть моментальная реакция. И у нас работает дворник. Включаем еще раз омыватель. Моментально включается и выключается. На все есть гарантия. Теперь поверьте, зимой, осенью у вас никаких не будет проблем с парковкой. Вы сели в автомобиль, если камера грязная, вам не придется выходить, протирать ее пальцем. Вы просто нажмете дворник от себя, и камера будет чистая, и парковаться будет легко. Всем пока, до новых встреч!